Руководство Херсонщины обещает уже в этом году реализовать на территории области проект по строительству жилья для крымских татар, которые после оккупации Крыма были вынуждены покинуть свои дома на полуострове. Средства для строительства обещало оперативно предоставить правительство Турции, о чем еще в марте в интервью «Зеркалу недели» говорил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Эту 1000 домов мы планируем строить в Херсонской области. Это будут 2 или 3 поселка компактного проживания крымских татар, чтобы люди не растворились по всей Украине, чтобы можно было обеспечить права на образование на родном языке и другие культурные потребности. Понятно, что если мы реализуем проект по строительству этих домов в Херсонской области, то он сразу потянет за собой и другие проекты – социальные, инфраструктурные, учреждения образования и культуры. Деньги через госагентство ТИКа Турция, по словам Чубарова, готова была направлять в Украину хоть завтра. Но для быстрой реализации проекта необходима максимальная консолидация усилий правительства, органов местного самоуправления и Меджлиса. Однако и 2 месяца спустя после предложения Турции о проекте власть ничего не сообщает. Губернатор Херсонщины Андрей Гордеев уверяет, что земельные участки для строительства жилья для крымско-татарских семей активно ищут. На сьогоднішній день у нас є грантова допомога від влади Турції, саме безпосередньо до кримських татар на спорудження і будинків. Це близько 1000 будинків. Ми як влада зараз шукаємо місця, де ми могли б нарізати саме ділянки для їх компактного проживання. Конкретизировать інформацію о результатах поисков местной власти Андрій Гордеєв считает пока преждевременным. Ви скоро все почуєте, все розумієте, коли зараз казати про те, що до 1000 ділянок треба там стільки-то гектар землі, вам це нічого не скаже. А те, що ми вже конкретно з посадкою на місце вам їх покажемо, презентуємо на картах, я думаю, це вам було б правда цікавіше. Це не розмова. Більш того, зараз ми розмовляємо, є там ще певна грантова програма, ми працюємо з грантодавцями, щоб ще її зараз впровадити, саме для підтримки переселенців, які тимчасово вимушені були переселитися на територію Херсонської області з Криму. Руководитель Меджлиса в Херсонской области Абмеджид Сулейманов отмечает, что большинство крымских татар, приехавших на материк после оккупации полуострова, приходится терпеть множество трудностей, в первую очередь связанных с жильем. Реализация проекта даст им возможность обустроиться на новом месте. Многие верят, что временно. По возможности, если действительно будет Турция финансировать, эти дома будут строиться на территории Херсонщины. Естественно, в первую очередь это тот регион, генетический район, где проживает больше крымских татар. А также часть, быстрее всего, это будет на территории самого города Херсона. И было принято решение, что эти дома не должны быть отданы в частную собственность, а будут быстрее всего оформлены на какую-нибудь государственную организацию или, скажем, благотворительный фонд «Крым». Абмеджид Сулейманов говорит, что, по мнению Меджлиса, построенные по этому проекту дома должны предоставляться не только переселенцам из Крыма, но и льготникам из местного населения. Согласно поданных документов, это категория льготников, то есть тех, кто воевал в АТО, те семьи, где нет родителей, сироты, и вот такой категории граждан будут выдаваться эти дома. Единственное, что стоит на пути строительства жилья, это потерянное из-за бюрократии время. Проект требует многочисленных согласований и утверждений, чтобы соблюсти нормы законодательства, которое, как и чиновники, живет своей довоенной жизнью.